Хейогай, с вами Шумики, и мы с Блаховичем отправляемся на консервы завод, как вы помните. Много монстров появилось новеньких. Это какие-то бабы, которые сальтухи делают. Метать ножи, как я понял, либо гранаты метать взрывные. Что-то типа того. Так, мы с вами в консервном заводе. Что у нас по данным? 20 золота, 6 данных, 1 фолиант. У меня плохое предчувствие на стелс. Вообще, я вижу, пропал у нас. Вот как меня заметили. Типа никого не было, они никого не видели, но они сразу... Смотри, Блажкович. Это Блажкович. Это Блажкович. Я видел его. Они меня просто видят, когда даже не видят. То есть стелс здесь нерабочий. Да, в первый этих показали, вы можете по-тихому убивать. Но все равно на какой-то близи меня сразу видят. Это горючее. Давайте я сразу переключусь на автоматик. Хотя... Ладно. Чем мне это теперь не автомат, да? Ну, хотели, чтобы я их так, по идее, убил. Но, ладно. Не беда. Хотя, если вы хотите... Давайте я чисто для вас покажу этот моментик, да и все. Так. А заново контрольных точек не было. Ну ладно. Так, бочка. Теперь у меня хватает пуль и мощность атаки, чтобы их убить. Янки здесь. Да. Устройство ваш зависает. Ну, спускайся. Ладно, так спущусь. Так, что-то подобрать можно было. Что, денег я не вижу нигде. От огнеметки попали неприятности. Бойцы сопротивления повадились стрелять по их баллонам с горючей смесью. От взрыва обычно гибнут все, кто оказывается рядом. Что ж, теперь буду держаться подальше от парней с огнеметкой. Тут огнеметчики есть. Теперь, народ, здесь и огнеметчики будут. Так, первые данные. Да, началось доктор, испытание. Нельзя терять времени. Приступайте к полномасштабным испытаниям незамедлительно. Убедитесь в том, что оружие может стрелять без перегрева. Также необходимо проверить, может ли оно полностью испарять людей. Я позабочусь о том, чтобы вам предоставили столько гражданских, сколько необходимо для испытаний. Манать это жестко. Короче, всех немцев нужно огорохать, потому что это пиздец. Да, теперь больше половины у меня.
Ебануть. И куда огнеметчик подевался, мне интересно. Огнеметчик просто куда-то исчез. Был огнеметчик. Не стал огнеметчика. Это очень странно. Так, мне, короче, главное деньги сохранить на улучшение автомата. Да-да-да. Что значит, я улучшил автомат? Вот что это значит. Кстати, мне странно золото. 20 золота. Страшно. Скажите, откуда они знают, что я здесь? Понимаете, вот это вот меня бесит. То есть они меня еще не видели, но они атакуют меня. Ну хотя бы этот автомат теперь довольно жесткий стал. Он, наверное, самое жесткое, что у меня теперь есть. Мана, давай ты еще застрянешь здесь. Будет вообще шикардос. Так, где-то здесь должен фолиант быть. Надеюсь, мне дадут улучшение для... Все? Мне огнемет дали? Ни хрена себе. Только нафиг он мне нужен. У меня так до хрена дермопуша, которую я не юзаю. Не останавливаться! Янки здесь! Так. Манать, тут даже пули есть. Ой, по-моему, еще один. Так, мне теперь нужно наверх забраться. Так, здесь тоже есть проходы. Что, куда ведет, фиг пойми, что... О. Я вижу деньги. Денежки забираю. И я знаю, что вы здесь. Знаешь, на это, на все дело не кричу.
Готов. Мне главное юзать остановку времени. И мне главное находить чертежи. Особенно чертеж. Мне нужен. Знаете, я буду сейчас по очереди. Ой. Я думал, они будут по очереди бежать к этой пушке, и я буду их убивать. Так, деньга. И на этот жалко нету прицела. Ну, пушка жесткая это. Хорошая граната. В чем ловушка? В чем ловушка? Ой, блин. Пробный выстрел. Я думаю, пугать так не нужно было мне. Подожди. Да-да, ребятки, именно все так и происходит, сори. Вы все еще оттуда. Да вы бесите. Там пускай болтают. Так, он разрешается. Как патроны соберу. Ладно, я понял, до свидания. Так, смотрите, а наверху есть еще проход. О, хорошо, что я туда не побежал. Так, как мне наверх забраться? Какие-то испытания, которые нас, походу, не... Так, данные первые. А, это вторые уже. А, это как раз вот эти монстры. Так, ладно, давайте я все-таки деньги заберу. Не знаю, вернусь я еще сюда. Ой. Да, граната ко мне упала. Хватит прятаться, труп. На удивление, не попали. Пошли, пошли, пошли! Я не знаю вообще,
Я, получается, правильно иду куда-то? Или я иду хер знает куда и зачем-то? Ой. Ну, я понял, короче. Прикол этого мужичка. Он, короче, щит юзает, чтоб мы сначала просто по щиту постреляли, а потом по нему постреляли. Два выстрела и не трупа. А есть, да, враги, где мне приходится довольно попотеть. С ними тоже можно довольно быстренько, так сказать, договориться. Так, бронированные мужички. Две пули в руки, болевой шок, и он умирает. Это что, космодесантники? Стоп, стоп, это что, летающие будут? Ни хрена себе. Это тоже пошли. Какие-то новенькие ребята. Будут. Новенькие. Так, давай, данные. Капитан, мои люди жалуются на странности, которые происходят во время патрулирования канализации. Им кажется, что за ними кто-то наблюдает. Они слышат смех, хотя поблизости никого нет, а также странное жужжание. Рядовой Гунт уверен, что там обитает привидение. Солдаты начинают бояться. Ну, смех я не знаю, я знать не хочу, что за смех. Так, их пятеро. Граната! Я, получается, просто на них мог инструмент, да, скинуть? А, блин, я даже не знаю, что делать. То есть, с одной стороны, мне сюда, но с другой я не уверен. Давайте я сейчас по-быстрому вниз спрыгну. Оттуда, откуда мы пришли. Чуть не сдох. Мне кажется, вообще не сюда пришли. Странные звуки, мне страшно. О, я вижу золото. Так, короче, выбираемся нахер с этого здания. Я просто даже не могу понять, где мы находимся. Я понял, что консервный завод, так локация называется. Ну, в плане, я не пойму, где мы по местонахождению здесь именно. Давайте на уличку выйдем. А, пройдем через... О, вижу деньги. Так, 4000 у меня как раз... И посмотрим, что здесь. А, понятное дело, что мне туда, но... А тут что? Тогда. Серьезно, тут ничего... Нет, тут деньги есть. Смотрите, мы уже могли деньги, в принципе, упустить... Плюс мы не знаем точно, где улучшение. Ну да, здесь чисто денежка. Так, вот здесь, мне кажется, не просто так сделано. Ладно, забейте, это просто так сделано. Это просто так сделано. Ладно. Так. Итого, нам нужно сейчас консервку забежать. Ну, если мы тут все равно уже все нашли. А проход у нас был... Где-то здесь.
где-то здесь и по прямой. Надо было сразу догадаться, что это правильное место, потому что игра линейная, и мы просто идем поэтапно, подбирая все то, что нам необходимо. Так, может здесь я еще что-то мог упустить? Золото нам всегда ценное. До первых паров, потому что, я говорю, мы покупаем улучшение для нашего вот этого автомата, и все, мне больше ничего не нужно. То есть я потом буду с этим автоматом бегать, потому что у него, во-первых, прицел, много патронов, хотя уже у меня патронов и здесь много, но здесь именно пуль-пуль много. Так, и мне бы где-то найти магазин. Магазины для моего автомата. А, погнали вниз. Фу, у меня сейчас чувство было, что я застрял. Я уже отсюда не выберусь. Так, ладно. Внешняя часть. Так, сюда пока что мне не попасть. Здесь-то какие-то запчасти по-любому должны быть. Так, ладно, я понял. Короче говоря, я понял. Плевать. То же самое для меня, как пленные. Это просто двери. И это просто Ну смотри, здесь до хера много этих пополняшек энергии. И это довольно хорошо. Еще это проход. Поляв я так и не нашел. Контрольная точка, во. А то сейчас бы сдох и хер знает где был. Так, это золото? Это не золото. Золота нету, ни данных, ничего. Это что такое? Настя, пушка. Мне сейчас типа нужно. Так, а могу я против? Я понял. А где моя базука? Я понял. Так, смотрите, что мы делаем. Если у нас так все дерьмо выходит. А, на пушке это день уже не хватает. Поэтому мы будем юзать обычный автомат наш. Окей, мы это сделали. Продолжать стрельбу! Стреляйте! Воу! Ха-ха!
А чё мы не стреляем, а, приятель? Осторожно! Прикольно. Ну, давай, пополняй. Сейчас пойдем разберемся с этим. Это шпион! Все, готово. Давай понафигарит. Так, готово. Пойди, да, мне сюда, но. Мы пойдем не сюда. Во-первых, я пополню энергию. А, во-вторых, мы пойдем вот сейчас туда. Там что-то тоже есть. Я думаю. Да, есть деньги. Тут есть денежка. Много баков с энергией. И все. Серьезно. У нас есть. Смотрите, остановка времени прикольна тем, что я могу за быстрое время все убить. Усиление урона я не знаю, щит я тоже почти не юзаю. Щит, скорее всего, хорош против большого количества монстров. Ну, это единственный, типа, вариант, зачем до хера столько этих. Данные. Доктор Келлер, почему вокруг больших цистерн так много охраны? Насколько мне известно, цистерны пусты. Я понимаю, что оборудование находится под личным контролем генерала Цетты. Однако мне кажется, что было бы разумнее охранять стрельбище. Так. Стоять. А где я еще упустил тогда? На рабочем месте здесь никаких документов не было. Так ведь? На столе. Все эти разговоры о призраках в канализации — чепуха, которую я терпеть не намерен. Мы, солдаты Третьего Рейха, не кучка напуганных школьников. Я разобрался с рядовым гунтом. Сообщите остальным, какая участь ожидает каждого, кто будет распространять глупые слухи. Мне кажется, это не слухи, а на самом деле мы с этим столкнемся в дальнейшем. Это будет действительно не слухи. Так, если они начнут управлять этими хернюхами, меня убьют. И плюс они агрессивные, у них жопы красные. Это плохо. Это, блядь, вдвойне плохо. Если у них задки красные. Мы с вами проверяли, мы одного с рукопашки ударили. Потом нам стало плохо. А, ни одного вытащили из постороннего этого? Прикол. Так, подожди. А, наверх точно. Ох, плохое у меня предчувствие. Понимаете, в чем у меня плохое предчувствие? То, что когда я нажму этот рычажок,
А повыбираются эти черти. А значит, мне придется сейчас будет их зажимать и убивать. Выбраться из консервного завода. А, все? Если да, то это изи. Генерал, оружие почти готово. Я уверен, что через неделю мы сможем приступить к нагрузочным испытаниям. Берлин будет доволен нашими успехами. Это оружие, несомненно, станет одним из средств достижения победы над союзниками. Но мне все равно, понимаете, где мы просрали эту херню? Полят. Где полят, чертов? Где моя книжка? Так, эти открываются, да? И эти не открываются. Так, это подвал, да? Трейп. Зачем мне столько вещей дается? Типа они сейчас говорят, а мы понимаем, что сейчас будет что-то жопа. Да, походу сейчас будет жопа. Наконец-то! Я вижу человека, из-за которого у нас столько бед. Тебе пришел конец, Янки. И не надейся. В чем прикол? Похоже, ты не понял, в чем дело. Я не понял. Я понял, что-то непонятно сила. Кому, как не тебе, знать, что нельзя доверять своим глазам. Так, а мне вот интересно. Подожди, хотя... А, нет, ладно, выбираемся. Мне удалось убить генерала Цетту. Под влиянием энергии Черного Солнца он утратил человеческий облик и превратился в чудовище. Конечно, из Берлина пришлют ему замену, но едва ли новый комендант будет хуже. Однако, увидев секретное оружие, которое они разрабатывают на консервном заводе, я понял, что для меня здесь еще есть работа. Надо установить контакты с местными и узнать обо всех экспериментах с Черным Солнцем, которые ведутся в Айзенштадте. Так, подожди.
Миссия выполнена. А, вот все, штурмовый прицел. Заебомба. Смотрите, что выходит у нас. Босс? Ничемный. Пульта, как у нас до хера, нам нужно было просто зажать. Так, мы в городе, да, я понимаю? Да, мы в городе, а теперь понять... Ой-ой, ладно, побежали. Ладно, это простенькое. Простенькое дельце, нам просто сейчас нужно... А где базуку еще второй раз юзал? Чё-то я не припоминаю этого. Так, здесь я был? Не помню. Я не хочу с ними сражаться, я просто пробегу. Если там где-то мне нужно будет пули купить, я куплю пули. Я тут застрял! Но все равно, ребят, у меня своя цель. Я заряжаю оружие. Поэтому сорян. Огневое прикрытие. Так, подожди, я сюда зачем? Ага, просто так. А нет, не просто так. Берегись! Просто так. Мне нужен черный рынок, я хочу купить этот прицел, и его буду гонять с прицелом. В принципе, хотя мы можем сейчас здесь на этом закончить. Так, по идее, стопаем. Черный рынок должен быть здесь сразу. Я ведь прав? А, я не прав, ну, блин. Ладно, давайте здесь на этом мы с вами закончим, а я сбегаю за прицелом. И я уже начну там, где наша миссия. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.